Уже с начала этого года на территории региона произошло 85 пожаров, в которых в общей сложности погибли 11 человек. За последние 5 лет в регионе 368 погибших в огне. Отдельного внимания заслуживают лица с ограниченными возможностями здоровья. Их, согласно приведенной на пресс-конференции статистике, гибнет все больше. Несмотря на снижение общего количества пожаров в текущем году, увеличилось количество пожаров с гибелью людей, нуждающихся в социальной поддержке на дому. Так, приведу коротко несколько примеров. Это вот 18 января у нас в Рязанской области, Пронский район, село Октябрьское, огнем поврежден жилой дом, где погиб инвалид первой группы, колясочник, проживал один. 22 января, село Ягодное, это Сараевский район, также инвалид третьей группы, проживал один, на пожаре погиб. Профилактические мероприятия особенно важны, когда речь заходит о наиболее уязвимых категориях населения, в частности, одиноких людях. Социальные службы стараются делать все, что в их силах. Соцработники регулярно навещают и проводят беседы с такими людьми. Рейды проводят и сотрудники МЧС. Но неутешительные данные о росте числа погибших все же говорят о том, что мерами предосторожности люди пренебрегают. Особенно внимательно стоит относиться к газовому оборудованию, отопительным приборам и, как бы банально это ни прозвучало, не курить дома. Почти половина пожаров в жилом секторе, отметил министр соцзащиты Денис Боков, начались с непотушенной сигареты.